ты сам короче, как? Поверь на слово, я просто в ахуе. Кошмар, я здесь столько трупов увидел, это пиздец. Понятно. Разорванные трупы, разорванные. Я говорю, у меня психика вообще, блядь, сейчас. Я даже не знаю, как тебе это все объяснить, ты просто пиздец. Это первая и последняя моя война. Прям вот как в Великую Отечественную, знаешь, это фронт, бомбежки, окопы. Я в окопах сплю, ночью прилетают снаряды. Семьи надо посрать, потому что потом не успеешь. Нормально, ты, наверное, по часам там ходишь уже. Да, мы по часам ходим посрать. Платят нам долларами. Ага, а доллар падает, если ну, что. Да. Я знаю, я в курсе. И они, сукины дети, прикинь, они нам платят долларами, и доллар падает. Ах вы, сукины дети, наебалово великое. Ах вы, как... Ну, короче, пиздец. Ну, даже иностранцы переводят в рублях. А нам долларами. А вообще, здесь больше артиллерийская дуэль. Вот так вот. Ну, на своей жопе прочухал, как нахуй ко мне прилетает снаряд. Обосрался со страху, обосрался. У нас здесь была куча снарядов, и туда прилетел снаряд. Прикинь, как давай все разрываться. Ебать! Мы окопы, как давай копать там, нахуй. Окопы, нахуй, в 2 метра, наверное, выкопали, блядь, чтобы, нахуй, к нам осколки не прилетели. И прилетали осколки. Короче, раненых много? Убитых? Много-много. И убитых много, и раненых много. Очень много всего. Пехота прет, пехота идет, и очень много убитых. Много убитых. Именно в пехоте? Да, в пехоте. Я навидался, я их натаскался здесь, и нахуй. Я не хочу об этом даже разговаривать. Я устал от всего этого. Это просто безумие, какое-то безумие. Здесь безумие. Никогда не думал, что так вот в жизни сложится, и я буду в таком говне. Я все помню, как ты хотел такое говно, помнишь ты? А теперь жалею. 10 числа опять там зарплата придет, но опять нас там наебут, как всегда. Но вообще планировали, нахуй, 10 тысяч в сутки боевых. Они наебали, суки, пидорасы ебаные, блядь. Здесь, нахуй, здесь уже бунт, реально бунт начался. И 80% нахуй даже в бой не идут. Пошли нахуй. Вот так вот, блядь. Да мы в бой не идем. Да нахуй мне это надо, я что, блядь? За мелочь какую-то. Я, говорю, на стройке больше зарабатывал. Я что, в бой пойду? Да нахую я вертел вас всех? Я говорю, я на спирт не пойду. Каждый день какая-то хуета здесь. Бомбы, блядь, это пиздос. Самолеты, вертолеты. Тут просто какой-то трэш, нахуй, происходит. Все вот это наша суета, это такая ерунда, оказывается. Это такая, блядь, ерунда. И для меня самое важное, оказывается, это вот, я не знаю, просто жизнь, счастье наших детей и нам с тобой. Но друзей потерял я много, Танюш. 15-ю бригаду Самарскую вообще разъебали в говнище. Вот, да, из 2000, из 2000 человек осталось 400. Обалдеть. Да, 30-ку разъебали так, что там вообще, блядь, живых никого не осталось, нахуй. 21-я бригада вообще просто в говнище, нахуй. Просто одни трупы. Трупы, разорванные. Все там. Я такого навидался, это страшно, это страшно. Молодые пацаны. Я здоровый мужик. С ума схожу от этого. Я не могу, нахуй, я плачу, рыдаю каждый раз. Пакеты собирал людей, нахуй, ногами, руки и ноги, и все. Я не хочу больше так жить. Я, контракт мой закончится, я вернусь. Я просто уволюсь и уйду домой. Люди просто погибают. Просто вот. Здесь это, все враги. Нету такого, чтобы ЛНР, ДНР, там все были за Россию. Нихуя себе подобного. Все враги. Да? Да, все.